Желание перестроиться из ряда в ряд обернулось довольно плачевно для водителя Рено сегодня утром на Кремлевской дамбе. Все попало в объектив видеорегистратора, едущего сзади автомобиля. Все машины движутся примерно с одной скоростью. Вот Рено начинает перестраиваться в левый ряд, но то ли из-за наличия колеи на дороге, то ли из-за гололеда водитель не справился с управлением. Машина стала кидать из ряда в ряд, и в итоге иномарка влетела в отбойник, лишь чудом не зацепив другие автомобили.